Региональное правительство наметило пути борьбы с кризисом. План антикризисных мероприятий на ближайшие 3 года обсуждался в четверг на заседании профильной комиссии. Документ включил в себя меры по активизации экономического роста, импортозамещению и поддержке малого и среднего бизнеса. Это и создание условий для инвесторов, и внесение изменений в налоговое законодательство. Меры ориентированы не только на крупные субъекты экономики, но и на рядовых граждан. В частности, это мониторинг цен на товары и тарифов на коммунальные ресурсы. Ознакомившись с планом, члены комиссии направят его на утверждение губернатору. Мы постараемся принять решение об утверждении плана первоочередных мероприятий, подготовить проект распоряжения правительства Ивановской области об его утверждении и руководителям комплексов областного управления исполнительных органов госвласти Ивановской области, всем заинтересованным лицам прошу обеспечить согласование проекта в распоряжении в течение 1 рабочего дня.